Патио гидропоники, доктор Элизабет Кросс. Запись. Я рада осознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здоровая и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Включен режим полива. Айзек, хорошо, что ты цел. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Я видел. Оно огромное. Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе, думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них, раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд, я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Могу отключить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулы, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. Наверное, мне нужно радоваться, что с Хэммондом все окей, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас об обелиске.
замена питающей цистерны. В отсеке переработки воздуха замечен токсин. Ремонтная бригада извещена. Thank you.
зона невесомости. Зона гравитации. Зона невесомости.
Зона гравитации. Внимание! Система фильтрации воздуха активна. Проникновение в фильтрационные трубы чрезвычайно опасно. И мы не можем добраться до спасательных шлюпок. Алло! Эй! Ah!
Внимание! На продуктовом складе обнаружена масса в 10 килотонн. Thank you.
восточной теплице обнаружена растительная аномалия. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Что-то нанесло сильный удар по корпусу в районе продовольственного склада. Это не астероид, не тот звук. Не знаю, что-то большое и массивное. Я сообщу, когда выясню больше. Исполняющий обязанности главного инженера Темпл. Запись. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был.
Yeah.